Я из города Новосибирск учусь в НГУ, Новосибирский государственный университет. Сейчас на первом курсе. О программе «Амбассадор» я узнала случайно на самом деле и зарегистрировалась. Я из Алтайского края, из города Бийска, но учусь в Москве, в РГУ Косыгина. Занимаюсь программированием и менеджментом. Ксюша и Мирон стали амбассадорами Mail.ru Group и теперь представляют компанию в своих вузах. Они много выступают, организовывают мероприятия, рассказывают о технологиях. В октябре проходил День IT-знаний, когда амбассадоры со всей страны ходили в школы. А в моей школе нет специальности IT, она не развита абсолютно. И когда я шла в школу, мне было не по себе, потому что я думала, что меня не станут слушать, что им будет неинтересно. Но когда я пришла, поменялось абсолютно все. Меня слушали, мне задавали очень много вопросов, им было очень интересно. Ко мне подошла моя учительница по физкультуре и говорит: «А я тоже могу стать программистом, у вас же там курсы какие-то есть, это интересно». Два раза в году амбассадоры со всей России собираются в главном офисе Mail.ru Group. За эти 4 дня мы успели очень сильно сплотиться и познакомиться со всеми ребятами, а также с бизнес-юнитами. Нам дали время придумать свой проект и реализовать его до апреля. Это будет образовательная платформа, которая будет помогать только начинающим специалистам найти себя. Разрабатывать проекты амбассадорам помогают специалисты Mail.ru Group. Они знакомятся с инициативами и подсказывают, как воплотить их в жизнь. Таким образом, ребята учатся решать реальные задачи большой компании. Мне кажется, самое главное в программе амбассадоров — это огромный опыт общение с людьми, которые занимают достаточно большие должности в огромной компании, которая одна из лучших в России и может конкурировать с мировыми гигантами. Я приобрела здесь действительно хороших друзей. Мы уже ждем не дождемся, когда мы снова сможем прилететь сюда, встретиться и опять провести какое-то время. Программа «Амбассадоры» открывает для студентов много возможностей. Одна из них — начать свою карьеру в Mail.ru Group. Компания Mail.ru стала для меня вторым домом, и сейчас я устраиваюсь на работу в Mail.ru, я в понедельник выхожу. Я буду работать старшим куратором образовательных проектов и буду курировать проекты по типу технопарка, технотрека и разрабатывать какие-то новые. Поэтому я уже здесь. Поскольку я сейчас учусь на первом курсе, я не могу сказать, что будет после окончания, но я бы сказала, что я хотела здесь работать.